Здорово! С вами обзоры от mob.org и я Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите: битву героев, ремесло магии и окунетесь в мир Дисней. Поехали! Все герои вселенной Марвел вновь объединились для защиты параллельных реальностей. Типа они со своей хорошо справлялись. В Marvel Future Fight на твой выбор будут предоставлены десятки героев, из которых ты соберешь свою команду мстителей из трех персонажей. Все главы в игре поделены на короткие уровни, в которых ты сразишься с альтернативными версиями героев, терроризирующих свою вселенную. Помимо сюжетной кампании, тебя ждут увлекательные бои с реальными людьми. Составь команду из четырех типов героев на выбор: боевые, ударные, скоростные и универсальные. Создав сбалансированную команду, смело бросай вызов соперникам и сразись в режиме 3 на 3. В игре приятная графика, множество бонусов и прокачки, простое управление и прописанный сюжет. Магия — это не искусство и не религия. Магия — это ремесло, которое тебе предстоит изучать и совершенствовать. Spellcrafter — это ролевая игра с ведением тактических пошаговых сражений и уникальной системой заклинаний. Исследуй мир полной магии, взаимодействуй с неигровыми персонажами, получай задания и делай свой выбор. Набирай героев, создавай могущественные армии и отправляй их в бой. Уникальной особенностью игры является система заклинаний. Изучив нужное заклинание, тебе потребуется начертить его на экране, чтобы привести чары в действие. Конечно, если ты забыл заклинание, ты можешь обратиться к книге, но это займет время, а каждая потраченная секунда будет отнимать силу от заклинания. Игра делится на три акта. В каждом акте рассказывается часть увлекательной и волшебной истории о природе реального мира, власти, могущества и морали. Disney Infinity 2.0 теперь доступна и на платформе Android. Создавай собственные виртуальные миры и игры с участием более 60 любимых героев Disney. Здесь каждую неделю открываются новые герои сказочных вселенных. Мстители, Стражи Галактики, Город Героев, Корпорация Монстров, Трон и многие другие знакомые вам герои. Изменяй внутреннее пространство игры по своей фантазии. Создавай города, гоночные трассы и придумывай задания. Приглашай друзей, соревнуйтесь и отрывайтесь вместе. Подключайтесь к вашим ящикам с игрушками с мобильного устройства, ПК или консоли. Вы сможете продолжить игру с того места, на котором закончили, на любой платформе. Эта игра подойдет не только детишкам, но и взрослым, у которых, как говорится, в жопе детство заиграло. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. А по этим вот ссылочкам ты можешь посмотреть наши предыдущие видео. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!